Нужна ткань, либо фурнитура. Здесь есть все. Это, значит, какой ряд, не знаю, вот здесь рядом кафе, тоже фурнитура ткани. Значит, это находится рядом с рынком Салют. Вот, вот здесь Салют. ПП-5, ПП-6, ПП-4. Ну, вот, вот так вот. Вот, СТ-4, СТ-3, вещевой комплекс. Вот мы заходим. Здесь можно покушать, попить. Вот пижамки для детишек, нижнее белье. Вот смотрите, нижнее белье по 200 рублей. Пижамки теплые. Цену не знаю, но обратите, вот видите, кто продает. Это все с Китая. Это все с Китая. Спасибо. Спасибо, спасибо. Носки. Недорого. Вот подсветнички. Недорого. А сколько недорого? Какие? Ну вот, допустим, вот эти вот. Последнички. 250 рублей. Сколько там штук-то? Одни? 10. 10 штук по 25 рублей. Вот, пожалуйста, стильки тепленькие на зиму. Надо утепляться. Не знаю, зима будет или не будет. Ну, вот здесь вот китайцы в основном торгуют вот в этом ряду. Вот уже безрукавки мужские. Сколько стоит безрукавочка? Симпатичная. А? 1500? Угу. 1500. Ну, $20 примерно. Вот смотрите, без рукавки есть вот 62-го, 70-го размера, а крупная. 1000 рублей. Вот вы знаете, вот без рукавка, когда не очень холодно и не очень жарко уже, за 1000 рублей можно без рукавки купить. Даже вон есть 66-й размер. Костюмы спортивные, мужские. Так, ну здесь у нас вешалки. Ну и как бы вот эти. Скажите, пожалуйста, вот эти вешалочки сколько стоят? 200 рублей. 200? 10 штук здесь? 10 штук. 10 штук. Ну, эти вешалочки можно купить и за 150. Покупала, знаю. Вот. Значит, вот этот ряд, 31-я линия, все-все одни сплошные цветы. Цветы для дома, цветы для кладбища. Кстати, здесь очень много всего есть, и венки. Ну, венки, как бы, на чем они делаются, есть. Мне, допустим, нравятся такие веточки. Они как натуральные смотрятся. Я у себя на кухне, над кухней, наверху, сделала в ряд такие цветочки. Все, кто ко мне не приходит, спрашивают, а это у вас натуральные, вы их что, поливаете? Я говорю, нет, конечно. Вот, корзинки. Видите, да? Товар руками не трогать. Сколько, интересно, они стоят? Мне прям интересно. На рынке здесь. Смотрите, какой велосипед. А сколько велосипед стоит? Вот этот. 29. Ну, не знаю. Вот джинсовые куртки. Джинсовые курточки разнообразные. Прям. А, ну это джинсовый ряд, извините. Вот 30-я линия. Здесь вообще одни джинсы, джинсовые вещи. Можно пройтись, посмотреть. Мне нужна маленькая курточка, если, конечно, я ее найду. Потому что все куртки в основном оверсайз, большие размеры. Вот с Микки Маузом, видите? Девушка, а сколько у вас курточки джинсовые стоят? От и до? От двух и выше. Вот джинсовые курточки, от двух и выше. Какие хотите. Вот, курток очень много, очень много. Смотрите, со всех сторон одни куртки. Ну и, естественно, джинсы. Ну, здесь такой разброс цен, 2000, 2500. Ну, можно, может быть, что-то за 1000 найти. Вот, 30-й ряд. В общем, я зашла в один магазинчик, мне очень понравилась куртка. Вот, смотрите, какие у них курточки есть. Я вообще люблю вот эти поэточки всякие разные. Вот курточка, смотрите, какая джинсовая. С Микки Маузом. Вон зимняя, смотрите, какая. А сколько вот этот зимний с кармашками? Это такой 3500. Ну, представляете, какие цены на джинсовые куртки. Вот, видите? А вот летние, вот эти, по 1800. Сейчас я вам покажу. Хочу взять своей дочи.
не знаю, понравится ей, не понравится. Она вообще-то не любит такие вещи. А джинсы какие цены? Вот и до. 1800 и 2. Ну вот, смотрите, какую я курточку хочу взять. Всего 1800 рублей. Так что рекомендую, ребят. Сейчас даже скажу вам, какое-то место. Это джинсы Верят. Место 3023. Приходите к девушке, она вам скидку сделает. Вот из центрального ряда я прошла по этому ряду, где продают джинсы, но не только джинсы, все подряд. Там в конце это 30 и 32 линия. Переход к цветам. В общем, короче, мы дошли до конца этой линии. И я вот дошла до самого дешевого. То есть здесь вот с этой стороны самые дешевые товары. Это последняя линия. Как это называется? В общем, короче, вот что я им говорила, 4 ряда перпендикулярные. Вот, пожалуйста, красная парочка с лисой уже продают. А сколько стоит парка? Сколько? 13. Ну, смотрите, какая шикарная. 13 500. Будет ли холод, интересно? Спасибо. Недорого. Красивая, зеленая. Я недавно купила себе 2 пуховика кожаных. Можно было бы купить и парку красную. Когда мне в них ходить? Я на машине езжу. Мне жарко. Вот тоже парочки. Видите, есть короткая. Вот мне нравится с белым мехом. Ну, парки, как бы, они уже 2 года продаются, поэтому цены опустились. А начинались они с 28. Без рукавочки, вот. Да. Внутри показывать. Что внутри показать? Пальтишки пушистые ваши. А какие цены от и до? От и до какие цены? Минимум, максимум? 3500. 2500 есть. Разные цены. В общем, джемперок вот неплохой. Ну, вот такие вот кофточки теплые. Спасибо. Хорошего дня вам. Вот парк с чернобуркой. Обратите внимание на цены на обувь. Вот так на физкультуру ребенку. New Balance 500 рублей. Смотрите, какие хорошие. Когда-то они были дорого. Ну и мягкие всякие разные. Вот носочки, тапочки, носочки. Ну тут вообще все недорого, по 600 рублей. Так что обуться тоже здесь можно. Так, ну вот 29-я линия. Смотрите, вот 28-я шапки, 29-я. 29-я сумки. Сейчас мы зайдем. Я уже сняла ваши кроссовочки. Вы хотите номер, чтобы я сняла? Нет, номер вот это. Скажи. А, Спартак. Да, Спартак, ЦСКА. Да, все есть. Вот, все есть. Да. Молодой человек. А, шарфики, смотрите, для болельщиков, которые вечно дерутся. Да. Но это находится вот выход. Выход П3. Вот видите, все здесь есть. Майки, джип, кроссовки. Приходите, ребят, вот продавец вас приглашает. Испугался. Снимай, говорит, майку, это, кофты. А его не снимай, испугался. Вот мужские, смотрите, тапочки, 500 рублей всего-навсего. Ряд с сумочками. Ну, здесь много чего, смотрите. Ну, вот, блин, вот чтобы вот одеть, относить сезон и выкинуть. Ну, не все. Я, допустим, покупаю в магазине. Но они у меня много лет, и я не успеваю даже вынашивать. Смотрите, какие, 600 рублей. Такая же подошва, как у брендовой. Вот цвет красивый, да? Все подделка. Все здесь мужские. Видите, мужские какие тапочки. Мужские.
Так, пойдемте посмотрим сумки, что здесь есть. Распродаж 350 рублей. Рюкзаки Фила. Ну, конечно, качество. А я все смотрю по эточке, мне нравится. Сколько стоит рюкзачок? Она 350. 350? Вы представляете? Даром. Вообще все даром. Обратите внимание, цены какие. Супер цена. 500 рублей сумочка. Такие вот сумочки 500 рублей. Такие 1000. Вот эти тоже через плечо. Кстати, очень удобная. Вот хорошо, когда много отделений. Вот одно, второе, третье. Вот самое лучшее. У меня вот тоже три отделения. Я хожу. Но мне не нравится вот это вот золото. Скидка 1000 рублей. Вот наверху 1500. Вот эти вот сумочки 1500. А верхние 1000. Вот эти, смотрите, какие сумочки классные, да? По 1000 рублей. Даже и 300 рублей. Даже 300 рублей. Вот через плечо маленькие сумочки. Вот, распродажа в основном вся висит на улице. Вот такие вот сумочки. Ну, пойдемте дальше. Смотрите, сколько чемоданов, количество. Чехлы для чемоданов. Не волнуйтесь, я вас не снимаю. Я людей не снимаю. Ладу, человек сразу отвернулся, спрятался. Мне интересно чемоданы, а не вы. Пожалуйста, общайтесь. Смотрите, какое количество чемоданов. Продавцы все прячутся. Боятся. Чего боятся? Кому они нужны? Вот, пожалуйста, здесь сумочки. И напоясная. А вот для девочки подарить 600 рублей с ягодкой. Хорошая сумочка. Вот Версачи даже. Даже Версачи есть. Посмотрите. И сколько же ваш Версачи? 400. 400 рублей. Приходите за Версачи. Вот красная сумочка. Ой. Красная сумочка. Но мне качество другого нравится. Всего 400 рублей, ребят. Сумочки. Майкл Корс. Что хотите, есть все бренды на рынке. На базаре. Ой. Хочу спросить, сколько вот этот чемоданчик стоит. А скажите, сколько у вас такой чемоданчик стоит? Вот чемоданчик для ребеночка 2500. Для аэропорта очень удобно. А? Не-не-не, это для ребенка, как ездить. Машины вон хорошие. 2500. Так, а вот на поясную сумка серебро. По-моему, на поясную. Или через плечо. Наверное, на поясную. Тут сплошные распродажи. Смотрите, какая прелесть. Рюкзачок маленький. Фила. Всякие разные. Смотрите, какие сумочки классные. Рюкзачки. Гуччи, Прада. Как попало. Рюкзачок хороший, черный. Значит, Майкл Корс. Рюкзачки. Ну, вот такая сумочка стоит 2500. Так что все здесь есть. Вот, ну и попроще есть без имени. Но с именем здесь очень много. Вот это ходит на ноги, гарантию чули голове, это ходит. Вот, пожалуйста, распродажа 400 рублей. Я все что-то смотрю, какие-то сумки в пыли. Майкл Корс. Мне кажется, Майкл Корс. Такое есть, но здесь вот неплохие сумки. Вот видите, в коробочках. Вот в коробочках, смотрите. Вот хорошая сумочка. Все это делается в Китае наверняка.
Видите, какие бренды. А сколько у вас сумочки все стоят? Одну вам надо? Да. 2500. Вы оптом, да, продаете? Вы знаете, вот бренд 2500. Любая сумка выбирай. Видео это? А? Это видео. Для себя? Да. Конечно, для себя. Неужели кому-то? Я вас рекламирую, а вы мне вопросы задаете. Не рекламу не сделайте, пожалуйста, девушка. Видео не надо, говорю с ней. Хорошо, ладно. Вот запрещают, значит, надо выключить.